Ух, его экстраординарный. Разрешаются все элементы, которые... Да что ж ты от меня убегаешь? Кроме полного контакта? Да, бить нельзя, как бы, я когда делаю, да, я определяю, понимаю. И поехали потихонечку. У меня с практики давно не было. Да ничего, даже попадешь, не огорчишься. Не сильно там, что? Ну, подумай, что, для этого он легать не будет. Сразу бьем, закаляемся. Подцепил, да, получилось подцепить. Получилось подцепил, не получилось. Вставай, получилось, не подцепил, да. На две нельзя вставать. Да. Да прикольно, что я хочу. Двигаться, давай. Это вот как раз казачьи. Оп. Забавы. Лицо защищает. Двигайся, давай, друг, давай, двигайся. Чисто халтурно. Сергей Геннадьевич, у вас идеальная посещаемость тренировок. Что такое? Ни одной эмки. Классно. У кого? У Геннадьевича? Да. Пускай попробует, как пропустит. Стоп! Остановились. А то сейчас кто-нибудь. Пор лежа принять. Быстрее. Рамочку. Или планочку. Кому как удобнее. На счет раз. Поднялись на ладошки. Отжались. На счет два. Выше на локотки. Качнулись влево и вправо. Бедром коснулись. Раз. Выше на ладошки. Отжались. Два. На локотки. Правым и левым бедром пола. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. И два. Ножки пошире развели. Руки поставили на ширине плеч. Давай. Руки поставили на ширине плеч. Голову поставили между рук. Поехали. Качаемся на голове, на лбу, на затылке, на родничке. Прокачиваем шею. Вверх, вверх, вниз, вперед-назад. Лево-право. Ножками помогаем, да. Руками страхуемся. Без рук не делай. Потом, когда укрепится шея, на животик легли, друг от друга подальше надвинулись, ручки перед собой. Поехали, касаемся левым плечом, руку накручиваем, руку крутим, левым плечом касаемся, а задница, правое бедро поднимается. Потом правым плечом крутим, левое бедро поднимается. Раз. Два. Вы как вращением. Вы вращением подтягиваете таз. Смотрите, у меня крутится левую, правую руку, да? Я кручу правую руку. Я делаю
смотрю влево под мышку, кручу, таз поднимается, видите, да? Оп! Теперь крутанулись, правое плечо, таз подняли, но ножки перевели влево и через левое плечо опустились назад. Да, вы до 90 градусов свое тело поменяли. Чуть-чуть не получилось. То есть смотрите, я вот лицом сейчас смотрю вон туда, да? Я кручусь, еще раз, смотрите, я лицом смотрю туда, я кручусь через левое плечо. Раз. И теперь лицом смотрю туда. И получается оно зимальники. Раз, раз. И один прокрутить в одну сторону, другой в другую. Поехали. Да, блин, вот Делаем, друг другу не мешаемся. Ты вообще красавчик. Нормально, никому не мешается. Если я кому-то мешаю, вы выйдете, да? Жар пошел. Ногами. Вот, ножки перекручиваются. Так вот, стоит зло, как же понять. Смотрите, можно руки вообще не отрывать. Даже нужно. Вот, накрутил. Раз. Ноги, смотрите, да, что я делаю? Ноги. Я перевожу. И вот сюда перекрутился. Это как вот на циркуль делаем. Не до циркуля. Только не до циркуля, да. Смотрите, вообще как чужак такой весь. Перекрутился, да. А вот из этого теперь смотрите, 60. Теперь можно из этого положения. Можно еще... на коленочки так похожу сейчас. Давай, да. Ну давайте разрешается всем на коленочках меньше. Походим. Сейчас мы из этого положения будем. А можно я встану? Вот так. Можно встать. Из этого положения сейчас мы будем из лежа, из живота, да? Живот в плечи. Хорошо. Выходить спина лопатки. Так, что стоим? Носом. Не, давай не носом. Да, что такое? Зато равновесие ловим. Изгиба нет, что ли? Я не знаю, что у тебя нет изгиба. У меня одна берется, вторая нет. Спинку прямо сделай. Я прям не падаю. Ой-ой. Двигаемся. За такой шанс приворачиваться. Надо начать. Нам надо в любом положении, да, нам надо уметь крутиться, вертеться. Двигаемся. Я вот пока еще ни разу не упал. Я упал. Я встать ни разу нормально не могу. Что значит? Постоянно пропускание, да, тренировок? С дома где ты будешь это заниматься? Что значит никогда этого не делать? Или вообще, да, никогда. Теперь смотрите. Вот мы походили, коленечки размяли. Чтобы локотки не расстраивать, давайте локотки еще разомнем немножко. На локтях, но мы не будем никак, ну, можно ходить и так далее, да? Точно. А можно переминаться, как в моем случае. Когда локти повреждены, я вот переминаюсь. Если получается ходить, двигайтесь. Я пока просто. Двигаемся в локотках. Но вы можете усилить, да, как Дмитрий делает, может не на коленях, да, по-мужски, по-взрослому сделать. То есть с коленчик встали, на ножки, да. Да ладно, их в армии научат, чуть научат. Надо, чтобы нас, значит, чтобы они, да, армию уже поняли. Да, я согласен. Ну, коли мы начали ползать, вот, коленку вот так вот тянешь тело, вытягиваешь. Вот смотрите, с локтей, сейчас мы немножко, давайте по-другому, чуть-чуть, наше переползание, да, поделаем. Получается, ручки, смотрите, не на локтях, а на ладошках, будем надо тянуть все время в центр сюда, все время в центр груди, не сбоку. И не, смотрите, руки для молодежи. Вот руки, если ты вот так вот будешь закидывать, тебе надо больше подтянуться, да, усилить. А ручки вот сюда положи и подтянись вот так же. Так проще. А еще надо еще рядом. У гусеницы видел, как ножки работают? Нет. Нет? Ну посмотришь, весна придет. Вот так. Вот так надо переползать. Это намного меньше энергозатраты ручками создавайте. Коленку помогаем, поднимай,
Ступни вверх не поднимайте. Ступни вверх не поднимайте. Ножки распластаны. А теперь руки за спину убрали. Прям за спину взяли ручки. И у нас есть два, да, передвижения. Можно двигаться как змейка. Как змейка. Влево-вправо изгибаясь. А можно как гусеница. Лучше как змейка. Как змейка проще, да. Как гусеница. Как гусеница. Я вообще тяжелее. И поехали, двигаемся. Я с вами, ребят. Я по кругу отвечаю. Тоже. Что-то ДТП, короче. ДТП. Двигаемся, ребятки. Теперь на спинку легли, руки перед собой, подбородок прижали к груди. Вы смотрите, да? Ручки условно связаны, но можно заодно как бы тренировать еще вариант стрельбы или направление, когда у нас оружие в руках, да? Тренировка направления. В данном случае просто спокойненько ручки положили. Самое главное. Подбородок к груди прижат. Башка вот так не должна волочиться. И поехали. Старайтесь больше на лопатках. Коленки не поднимайте, потому что из травы, ну, у вас не получится распластанного положения, если вы будете коленки высоко задирать. На локотках, ой, на лопаточках. На лопаточках. Подбородок прижат к груди. Пятками можно помогать, пятками. Но коленками чуть-чуть, конечно. В бок ноги влияют. Я вот как смотри, шире делаю, то я теперь поднимаю сейчас крышку. Даже смотрите как, ножки на мои посмотрите, как я их развел. Да? У нас коленки тогда не вверх будут выходить, а коленки вот сюда выходят. Вот сюда. То есть получается чик-чик-чик-чик-чик-чик. Сделали? Ну, допустим. Не валяшка, поехали, стопы. Стопы вместе, коленки врозь. Поехали. Сначала перекатывание. Из стороны в сторону. Получается, вы вот по этой плоскости, как вот похоже на чашечку, да, если мы представить? Как чашечка, да? И поэтому мы из стороны в сторону. Ты не чашечка. А? Ты не чашечка. Еще раз, пожалуйста, на меня посмотрите. На меня, пожалуйста, посмотрите все. Вот смотрите как. Стопни вместе. Руки. Сбоку коленей. Вот это положение тела, оно максимально энергомичное, что ли, да, или как правильно сказать? Энергоэкономичное. Энергоэкономичное. Я вот в таком положении, у меня ничего, посмотрите, не вылезает, да, из тела, не выходит в бок. Я в этом положении спокойно могу крутиться, не напрягая пресс. Меня раскручивает само. То есть, если вы правильно положение тела, это как, это не валяшка, вот игру. Наверное, дети, блин, не знают, не валяшка какую. Я знаю. Знаешь, да, не валяшка? Как бы ты ее ни качнул, она как все время встает? Встает. Она... Ну, да, ладно, поэтому... не знают. Конечно, знают. На, знаю... на дымовухе кто их ломал? Ты че? Ну, слава богу, что это. Все изломали, да, не валяшки на дымовухе? Нет, нет. Первый. Поехали, качаемся. У бабушки. Качаемся. Не валяшка, это супер. Качаемся в одну сторону. Положить. И в другую сторону. В одну сторону. И в другую сторону. А теперь спинки легли, на спинку легли. Получаемся мы взгляд расфокусированный, в то же время смотрим друг на друга. Ножки подняли от пола чуть-чуть, ручки вот так подняли, да? И начинаем руками сначала рисуем восьмерку, без ног. Ноги просто держим на воздухе. Ручками восьмерки рисуем. В одну сторону рисуем восьмерочки, в другую сторону. Смотрите, вы не просто базюкаете руками по воздуху, а вы понимаете, что вы отбиваетесь. Если получилось так, что я упал, да, или Дмитрий, например, получилось так, что упал, вот враг подходит со стороны, он ручками отбивается, да, он не дает мне возможности. Помните, когда я проходил, вот вы делали, да, вот пока без ног. Пока без ног. Пока чисто на руках отработаете. Вот вы лежите вот в одну сторону, вот в другую сторону. У вас могут быть потом не ладошки, а палки там или ножики, даже пистоль можно. В кино пистолеты, когда патроны кончились, что делают? Выбрасывают, да, в кино? А зачем выбрасывать, если кусок железа, которым можно тоже драться? 700 граммов минимум. Да. Поэтому не надо, ну, понимаете, да, что вы делаете, все
для какой-то цели. В данном случае это цели, ну, для вас это, во-первых, оздоровление, гимнастика, да, это обучение правил этикета. Второй момент, и самый главный, он первый же, когда я говорю, когда ведущий говорит, вы все равно делаете. Делайте, 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 и слушайте. И третий аспект, да, вот этого действия, не торопись. Третий аспект этого действия – это самооборона, самозащита. Потому что как можно тешить себя, ну, лелеять надежды, там, что я вот могучий, великий, все мне по плечу. Но бывает в жизни так, что жизнь сбивает с ног. И вам надо уметь. Да? Ну ничего, все хорошо будет. Ручками делаем, Андрюха за детьми следи, они один торопится, другой залипает. Он дирижирует. Он дирижирует, да, ты оркестром играешь. А вот теперь ножки включаем, а теперь ножки, смотрите, ручки пока держим на одном месте, а ножки в восьмерочку. Ножками в восьмерочку. А можно двигаться? Можно двигаться? Можно двигаться, конечно, можно двигаться. Чего я сломаю? А, двигаемся, а там сила, ладно. Двигаемся, двигаемся. Теперь подключаем ножки и ручки одновременно, да, восьмерочки. Но только смотрите, подсказка. Вот так вот махню, не раскрывайте свою. Ножки должны вот здесь всегда быть. То есть все время, если одна нога выстреливает, да, другая нога прикрывает просак. То есть идет действие, руки, ноги. Потом станете... Ну, да, я вообще, может быть, никогда уже никем не станется. Нет, так и у них голос-то хороший. Так нет, он знает. Они могут так вдать, что всего. А теперь смотрите, в этот момент мы еще переворачиваемся на бок, на живот и опять на спинку. Так же крутим. На бок, на живот и на спинку. Крутим. Руками, вот так вот, ногами. Поделали. Ну-ка теперь приподняли ноги от земли, стопы. И голову от пола приподняли. Руки вот сюда между коленочек завели. И тянемся руками, пытаемся дотянуться до туда, до пола. Тянемся. Тянемся. Да, тянись, поднимайся. Какая мышца работает у нас? Пресс. Вот, шея. Вот, взялся вот так. Катайся. Тянись. Ладью на спинке только сделали. Голова и ноги, и руки на воздухе. На животик перевернулись. Ладью на животике. Ручки и ножки подняты. Вы фактически на грудь поднята, плечи. Вы на тазу и на животе находитесь. Начинаете покачиваться. Разрешается кряхтеть, пыхтеть, стонать, ворчать. Кишки ворчать тоже. Только не пукать, он нас укрыт. Терпеть! Ручками взялись за голень, за стопы. Также лежа на животе. Баранку или что там будет. Корзиночка. Корзиночку, да. Как кто, как кому красивее. И поехали все так же. Покачивание. Опа! Легли на живот, расслабились. Дотронулись левым локтем левого колена, лежа на животе. Теперь левой ступни, левой ноги. Дотронулись? Да. Так, развели ручки. Теперь правый локоть, правое колено дотронулись. Правая ступня, правая ладошка. Теперь опять лежа на животе, коленки подтянули так,
чтобы вы коснулись локтями коленей. Дотронулись? Да. Выходим на лягушку. На нашу любимую всех. Лицо можно друг к другу повернуться. Что такое лягушка? Это вот такое вот. Ну как мы лежали, вот так вот дотронулись. И теперь встаем. Похоже, надо на лягушку покушку. Надо его это крепить, ё-моё. А то же я так что вообще развалюсь. Поехали. Представляем, что у нас здесь шарик. Находится мячик, да? Между полом и животом. И начинаем вращать. Этот мячик вращаем. Делаем амплитудные широкие движения тазом. В одну сторону, в другую. Амплитудные. Опа, отзак. Теперь смотрите. Ножка вот как располагается, да? Я правым бедром касаюсь пола. Ножка поднялась. Если у вас, как у Дарьи Сергеевны, получается вот такой фокус сделать, то делаем. Не, у меня получится, но месяца два потом у меня стоп гипсы будут. Потихонечку. Потихонечку. Уже был гипсик, был первый. Ну, нормально. Да, это же ужас. Красавица, видишь, как? Это кошмар. Сколько много открытий. Ножку назад развернули, чуть-чуть назад подались. Теперь левым бедром. Левым бедром. Разрешается кряхтеть. Пыхтеть. Ох, ё-моё. Я не совсем правильно, конечно, делаю. Еще глаза выпадут. Да не терпи, закрой их. Сейчас, погоди, развернемся, сиди. Прикроем. Так, теперь смотрите. Вот так же пяточки свели за спиной, за задом. Ладошку перед собой, упор сделали. Делаем как бы малый шпагат. Малый шпагат прокачиваем. Это как делается? Ножки, вы не на пятках, но пытаетесь таз, промежность, да, к полу. Шире, простите, ноги. Шире, простите, ноги, да. Как позволка, стоп наоборот. И самое интересное, показать не очень покажется, может быть, далее получится. Подвигали бедрами. То есть стараемся двигать прям бедрами. Мы каждый раз, мы спинку, Андрюха, спинку. Крестец, тихо. Вот здесь расслабь, вот здесь раз, тянись сюда. Да, крестец. Крестец, Дмитрий, крестец. Надо вам, да, тянемся туда, тянемся к полу. В крестце расслабили. Получается? Вот здесь тянется. Поднажмешься чуть-чуть? Я сейчас аккуратненько, да. Первый. Мне прям чуть-чуть тянется. Первый. Не, у меня спина нет, у меня ноги тянутся. Тихо. Стой. Я ничего не делаю. Лапа, это у меня ноги, то есть. Терпимо? Терпимо? Ну, мышцы-то я терпимо. Дыши, не говори. Да. Кряхти, прокряхтись. Сейчас я потихонечку. Ноги не отодвигай. Я слышу голоса. Сейчас я выйду, посмотрю. Сейчас сначала. Держим, даже прокачиваем. Дыши. Терпимо? Ртом выдыхай. Терпимо? Надавливаю. Нормально? Я сейчас свалюсь. Тихо, не свались. Давай, так же прокачиваем, как папа делает. Смотришь, папа делает. У тебя хорошо, у меня ноги. Расслабляйся, и можно кряхти, нужно даже. Давай, прокряхти. Ты что в руках? Ручки прямо делай. Тихо. Я спокойно, все. Спокойно. Терпимо? Тяни. Покачайся. Давай, возьми ближе вот туда. Дарья Сергеевна, аккуратно. Не, ближе, руки. Ближе, во. И тяни вниз, вот так вот. Вот посмотрите внимательно вот сюда. Вот как бы, что я говорю, малый шпагат, да? У вас там... Потом мы отдельно еще поджилки растянем. А вот... Вот у вас вот надо к такому стремиться. Надавливаю. Терпимо? Угу. Это вообще круто. Мега круто. Терпимо? Терпите, Жор, тоже шире. У тебя шире получалось. Шире. Да. Ногами, своим весом. Все, да? Тазом играйте. Ножки еще, вот смотрите, вот вы пятки делаете, можно чуть-чуть их
ближе к ногам или дальше так развести. Натяжение, вы сами должны натяжение чувствовать это. И не бойтесь, да, что что-то где-то тянется там. Бойся, так, Димит, вы готов? Да. Чуть вперед таз подай. О. Терпимо? Да. Чуть вперед таз подай, крестец расслабь. Расслабь, да. О-о-о. Вот так. Нормально? Ручки. Погоди, стой. 5 секунд посиди в том положении, когда больно. Расслабься, расслабься. Я не давлю, расслабься. Я не давлю. Паза, смотри, как я делаю. Сразу. Чего себе? Таз вниз, руки, расслабь, таз вниз. То есть непривычно, конечно. У меня осколок. Таз вниз, смотри, видишь, это было. Нормально, нормально, не оттуда. Если мы тебе скажем, что он у тебя вылезет. Сам вылезет. Осколок железный или кости? Железный. Железный? Да. А у меня просто осколки кости сами выходили, представляешь, много лет двигались тебе из упражнений. Не знаю, мне сейчас под палец можно много засунуть. Ну, ноги большие, ну ничего, но это нормально. Тяни, Жор расслабился, давай. Пока ноги молодые, тяните ноги, я вам сказал. Чего возьмем? А то будет и старые, немощные. Потом будет больно. Потом, да. А позвоночник суставы? Ай-яй-яй-яй-яй. Задача, как будто мы на шпагат садимся. То есть у нас эта ножка не здесь, никак. Вот она на ровненько и лежит уголком. То есть то же самое сейчас будет тянуть. Чувствуете нагрузку по мышцам? Давайте, чувствуете. Вот так же. Все то же самое крутяется. Ну и плюс нога вот здесь. У меня вот здесь. Да, да. Смотри, не туда поворачиваешься, а ты на меня смотришь вперед. То есть немножко ногу так пододвинь. Так у меня что-то нифига. Ножку опорную пододвинь, ближе к себе немножко поставь ее. Вот я вот стою сейчас. Все встали. Без рук. Все стоим. И нога у нас поехала. Шпагат. У кого сколько возможно. То есть все по ситуации чувствуем, когда больно. Нога у нас не задница прижата, а мы с дома лежим. Да, вот так. Вот, и стоим. Теперь на ручки встаем и тянемся, как бы, помните, сейчас вот Сергей когда даем, вперед немножко подаем. Таз, мы сейчас суставчики разомневаем. Ну, чуть сюда. Тянем, не порвете, ничего, тянем. Это не я, это пол. Мы ничего не видим. Слушай, не так пахту, пахту, да? Какая ты вредная, да? Я разве вред тому, что ты рисовал? Да? Моего самолюбия? Можно ли? Да, теперь на другую, мы как раз поменяли ноги. Я сейчас разорвусь. Ничего не разорвется, это еще не тянет. И корпусом вперед подаем. Тяните, если не будете тянуть, то не растянете. Ну, они были счастливы? Они были счастливы, они сказали, храни нас всех Бог. Ты в церкви был, батюшкой? Я говорю, нет, не был. Ну и ладно, и тоже хорошо. Ну и храни вас. Ну и храни вас Бог. Так, ладно, поехали шпагет. Ну, положи немножко потянуть, сейчас мы теперь на две садимся. Господи, все встали. Не упоминай имя в суе те. Имя господина своего в суете не упоминай. Ну все, разъезжаемся, кто сколько может. Давай кубики, может быть. Дадим. Давай, поднимемся. У нас же еще волшебный кубик. Что значит жить по-казачьи, заниматься, да, по-казачьи? Должно быть все в игре. Что ты сейчас делаешь? За кубиками. Нет, вы туда, на исходные друзья. За кубиками все, это конечно. Это настоящий катана. Как? Катана настоящая. Катана, Дмитрий. Это не просто название. Ты смотрел подделка? Фильм «Убить Билла»? Нет. О, посмотри. Смотрел? Посмотри. Она в нем снимается. Все ответы, да, все ответы в этом фильме и в этой катане. Завтра обязательно ждем. Да, вон, видишь? О, господи. Да что ж так нынешно? Да, не Ахтюбинск. Че ты что? Ладно, это же. Это же Russian Aration. Еще кто-то нам ногу свою показывал тоже. Да, не помнишь, у кого нога? Чем показал? Ну, пробитая. Вот. Да я не смогу тебе показать на пальцах.
Давай палец. Куда все разбежались, не понял? Да? Вот, знаете, включать? Слева от унитаза за тряпочками. Да ничего. Слева от унитаза. Нет, не сквозные, не по за тряпочками. Красный пирамидчик. Включишь, сходишь, выключишь. Там? Фигу пока не любила. Да, ты что, я... Каждому по две? Да. А это что, мне? Надо ли, Сергей? Свежеиспеченные. Нюхал, нюхал, тогда. Они сказали, что они с этими кубиками что-то не делали. Их не нюхать, да. Это только... Давай, давай. Оп. Оп. Пока дальше, значит, это должно быть все. Все, какие приколюхи есть, всем надо пользоваться. А зачем? Они тяжелые не должны, они для других целей. Поверь. Тебе сейчас понравится, для каких целей. Я буду. Все, возьму всем. Дай мне маленький. Жора еще. А, да, Начали два маленьких. Погоди, я хочу, нет, я других хочу. Нет, не такой. У меня что-то надо. Вот такой. Ну, возьми одинаковый. Да, Натя, маленький, давай, я большие, мне большие. Все, Натя. Давай. Всем хватило. Все, по два себе взяли. Все, маленькие. Если получается большие, возьмите лучше большие. И что, нужно на них стоять, что ли? А маленький давай сюда бросай. Бросай. Ну, стоять, Сергей, по два кубика каждый. Нет, это куда ты их отдай? Куда их? Малыш, Натя, вот эти, а ты сегодня уйти свои. На них нужно стоять, что ли? Погодите, слушаем Дарью внимательно. А, Дарья, слушай, внимательно. Тогда по два кубика каждому? Ну, не страшно вообще, не ладно, стирайте. Я просто тебе по ноге попал, я получал. Ну все, берем кубики, дружненько. А, я дома стою. Не разъезжаюсь, ладошки потихонечку. Упор. Левая, правая рука кубик поставили. Левая рука кубик поставили. Правая рука кубик перевернули. Ручку тоже перевернули. У нас Васька пачка вперед смотрит. Так легко. Левая ручка тоже самое. Вперед ручки смотрит. Кубик шире. Кубик поближе. Теперь мы перевернули ручку от себя в правую ручку, она смотрит наружу. Левый смотрит наружу. Постоянно дышали. На локоточки на кубике стали. Протянули шпагат, подышали. Ах, хорошо, да? Ах, хорошо-то как. А если ты чувствуешь, как твое тело не имеет, это нормально? Да, тоже да. Хорошо. Что значит? Я на попсажу все. Оса! Это в данном случае это самостраховка. Я пипец, колец, если я в шоке вообще. Вот, ноги, честно. Ноги, да. Вот, Сергей Геннадьевич, повторяйте, пока на локотках только. Он на руках, а он на локотках. Шпагат все сели, ножками подвигали. Туда-сюда. 8 лет. Подтягивали мышцы. 5 лет самбо. Бля, кто я вообще? Кикбоксер самбист. Да я щегол какой-то. Это говорю, щегол какой-то. А что, самбо растяжки разве нету? Самбо есть. Или просто уже... Сережистра сейчас растяжка, просто не всегда времени нагружает этому. Да, она пропадает все время. Так, все за Сергеем Геннадьевичем повторяем, мы разговариваем, если то мы повторяем. Даже в тоже лопас, если ты сначала садишься, а потом ты не можешь сесть. Нормально. Я не знаю, даже ты садишься? Шесть, настоящий. Что я спрашиваю? Я себе подставлю. Чтобы они не сбили,
Вот видите, что делал Сергей? Друг от друга подальше отодвиньтесь. Не как приземлились, а задницы. Да, как сиамские близнецы. Еще дальше. А вы знаете, откуда произошло термин сиамские близнецы? Сиамские, нет. Да. Раньше была такая страна Сиам. Ну, это как бы колония, да. Но это часть Таиланда. И два типа родились.